Всем доброго времени суток, приветствую на канале История в монете. Сегодня мы рассмотрим маленькую серебряную монетку номиналом гемидрахма, отчеканенную в древней Колхиде между 425 и 325 годами до нашей эры. Монетка изготовлена из серебра, скорее всего не очень высокой пробы, судя по слегка пористой структуре. Наверное, многие обратили внимание, что тип лица не похож на европейский, скорее это какой-то джигит. И действительно, Колхида – это древнегреческое название исторической области на западе Закавказья. Область располагалась вдоль восточного побережья Черного моря, занимая Колхидскую низменность и прилегающие районы. Название Колхида употреблялось древними греками с начала первого тысячелетия до нашей эры и было связано с именем проживавших здесь племен колхов. Позднее название Колхида применялось как общее название к античным городам-полисам, которые возникали в этом регионе в 8-6 веках до нашей эры. Это такие города, как Диоскуриада, Фасис, современный Поти, Несис, Ризея, ныне Турция и так далее. Название Колхида встречается в отца древнегреческой истории Геродота, а также у Страбона и Ксенофонта. Собственно, имя Колхида зафиксировано современными исследователями в трудах древнегреческих авторов Пиндара и Эсхила в середине первого тысячелетия до нашей эры. Происходило это название, как уже было упомянуто, от наименования проживавших здесь племен колхов. Первые сведения о Колхиде известны еще из древнегреческих мифов, в том числе из мифа об аргонавтах, путешественниках на корабле Арго. Согласно мифу, за поколение до Троянской войны аргонавты отправились морем из Иолка в Фессалии в Колхиду. Предводительствовал в этом походе Ясон, на которого царь Пелий возложил поручение добыть в Колхиде золотое руно. В некоторых аукционных описаниях можно встретить информацию, что монетка была отчеканена в городе Фасис, в основанной в 6 веке до н.э. Милетской колонии, в устье одноименной реки на побережье Колхиды, неподалеку от современного Поти в Грузии. Но точная локализация этого города неизвестна, и действительно ли эта монета чеканилась именно в городе Фасис, а не в каком-то другом городе Колхиды, я точно найти не смог. На лицевой стороне, как я уже упоминал, мы видим лицо, обращенное вправо. И, кстати, я немало удивился, узнав, что это не джигит, а изображение какой-то женщины. Возможно, Артемиды, но точных данных о том, кто она такая, я найти не смог. На оборотной стороне мы видим протому быка в правую сторону. На этой монете она не очень удачно поместилась, смещена вправо, поэтому рассмотрим ее на экземпляре лучшей сохранности. В древнем мире бык занимал не самое последнее место. Во-первых, до изобретения денег их роль играл крупный и мелкий скот. Поэтому в зависимости от того, сколько у вас было коров, быков, овец и прочей живности, определялось ваше богатство. Также бык часто был жертвенным животным. Всем спасибо за просмотр, всем удачи!